В среду 24 декабря на территории Крыма в 11:20 по московскому времени аварийно отключили энергоснабжение. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Сергей Егоров. Политик уточнил, что стратегические объекты, такие как международные аэропорты и вокзалы, также сейчас находятся без света. Министр заверил, что Крым пытается разрешить аварийную ситуацию и принял меры по поднятию собственной генерации, чтобы обеспечить электроэнергией хотя бы половину республики и восстановить работу мобильной связи. Напомним, ранее Сергей Егоров сообщил, что Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в Крым.